Ну что, я продолжаю осваивать подвал. Собственно говоря, у меня уже полно материала накоплено. Так, ну вот, пожалуйста, не удалось мне здесь перекладину сделать. Ну что ж, снесем тогда ее. Вот так вот у меня тут лесенка будет выходить. Дальше идет все. Здесь вот уровень пола, в принципе, вот смотри. Вот это, в принципе, тогда мы можем снести. Потом будем доводить до ума. То есть не всю работу за раз. Вот так вот сейчас мы здесь посносим. Здесь как бы будет один уровень, более или менее. Потом все будем выравнивать, чтобы вообще все было везде доведено до совершенства. Но не все за один раз, потому что так тоже уже будет довольно занудно. Без камеры я бы так и играл. Но с камерой я все-таки записываю. Так, мы здесь поднимаемся. Вот это все... Соответственно, смотри, да? Это все мы сейчас дозаложим. Не надо нам сюда вылезать. Совершенно. Вот так. Даже вот так. Потом будем разбираться. Да, вот эту тут вот эту дырку замуруем. Здесь дырку замуруем. Ну как-то не то, чтобы все совсем тщательно замуровывать, но не мешает, конечно, потщательнее, но так вот хотя бы. Вот в эти как бы несколько слоев, а потом мы уже все это доведем до ума. Ну, достаточно, я думаю. Вот еще один. Кстати, вот. Единым уровнем пола с тем. О, кстати, получилось неплохо. Пускай будет единым уровнем пола. Ну, конечно, все это немножко отличается по цвету. Здесь я бы тоже все замуровал. Не надо все вот это. Ну, ладно. Это уже не суть. Не суть важно. Вот здесь мы так вот поднимаемся. Так, вот здесь давай вот этот столбик, чтобы было красиво. И вот столбик мы делаем в единой стилистике булыжничком. И воткнем вот здесь факел, чтобы было посветлее. Вот. Дальше что? Вот здесь у нас спуск. К обсидиану, и здесь тупик более или менее. Бог с ним, соответственно. Так, редстоун. Что, соберем? Он тут не один наверняка. Ну, конечно. Он светится, собака. Все. Так, вот здесь хорошо. То есть, в принципе, здесь ловить нечего. Дальше мы идем все единым уровнем пола. Здесь мы спускаемся. Здесь у нас раздвояется. Здесь мы выходим к шахте, к моей. Любопытно было бы, конечно. Ну да ладно. Любопытно было бы все-таки по кругу пройти. Стоп, а я куда вышел? Вот отсюда пришел, что ли? Нет. Охренеть, вот здесь, смотри, водопад. Так, что, заткнем его тогда? Должен заткнуться. Все, уходит. Сейчас подождем, посмотрим. А, сейчас еще свет погаснет, блин. Так. А там еще водичка. А там еще водичка. Так, и там еще шахта затопленная. И тут еще шахта. Так, втыкаем свет. Ладно, слушай, тут мы запутаемся, конечно. Можно запутаться запросто. Куда вот это идет? Что вот здесь? Был я здесь, не был. Ну да.
Все взаимосвязано. Так, вот тут еще рельсы обдерем. Так, все, хана. Чуть у меня еще ни одной кирки нету. О, ё-моё, это плохо. Так, ну, собственно, во. Вот это моя единая лестница. Собственно, вот она спускается. И вот мои все чемоданы. Ладно.